Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как прошить и настроить каналы на ресиверах OpenBox S2 и S3 серии. Для начала заходим и регистрируемся на форуме OpenBox openboxfan.com. Затем листаем вниз и ищем модель вашего приемника. В нашем случае это OpenBox S3 Mini 2. У линейки S3 и S2 у всех моделей меню одинаковое. Заходим в ветку с нашим ресивером, и обычно самая последняя тема – это последняя версия прошивки. Скачиваем ее, разархивируем файл прошивки на флешку. Формат флешки должен быть FAT32. Вставляем флешку в ресивер и включаем приемник в розетку. Необходимо успеть нажать кнопку меню, тогда откроется интерфейс перепрошивки. Находим на флешке наш файл и нажимаем на него ОК. Ждем окончания прошивки. После перепрошивки ресивер сам перезагружается. Первая загрузка, выбираем необходимый язык. В нашем случае русский. Выбираем язык, можно настроить каналы. Заходим в раздел «Установка» и «Спутниковое ТВ». Мы видим весь список спутников. Можно отсканировать спутник, который у вас есть. В моем случае это будет спутник 36 градусов Eutelsat. На этом спутнике есть два оператора, Tricolor и NTV+. И он найдет все каналы этих операторов. Нажимаем «Сканировать» зеленую кнопку и «Ок». Ждем поиска каналов. Также, если нажать меню в раздел «Установка», есть быстрый поиск. Это поиск по операторам. В нем забиты все основные операторы, в том числе NTV+ и Tricolor. Если вам необходим какой-то один оператор, можно сделать поиск таким образом. Также удобный способ передачи списка каналов с флешки. Делается точно так же, как и прошивка. Скачивается с форума готовый список каналов, загружается на флешку и в разделе «Обновить каналы с USB» выбираете этот файлик и нажимаете «Ок». Ждете, пока каналы обновятся. Давайте посмотрим, какие еще есть настройки в меню. Редактор каналов. Можно редактировать, удалять каналы, перемещать, также сортировать по категориям. В настройках системы есть установка языка, настройка видео, параметры видеосигнала, аудиосигнала, также настройка DMB канала. В данном ресивере есть VC-модулятор. Подписывайтесь на наш канал, на котором мы будем
выкладывать много информации о прошивке и настройке спутниковых ресиверов и не только.